Очередной крупный инвестпроект реализован в Пушкинском. На территории округа запущена вторая очередь индустриального парка «Русич-Холмогоры». В торжественном открытии принимают участие глава Пушкинского Максим Красноцветов, председатель правления концерна «Русич» Александр Ванчура, а также партнеры проекта. Инвестиционные вложения второго этапа строительства индустриального парка составили более 10 миллиардов рублей. Площадь складских помещений – более 160 тысяч квадратных метров. В результате в трех корпусах создано порядка 1000 рабочих мест. Для округа это весомый вклад в развитие стабильной экономики и благоприятного инвестиционного климата. Среди арендаторов этого объекта – крупные ритейлеры и логистические компании. Предприятие на сегодняшний момент актуально, оно работает. Здесь работает очень много жителей нашего городского округа. Соответственно, исполнительная власть, мы четко понимаем, что мы пополняем бюджет за счет таких инвесторов, за счет таких людей, компаний, которые инвестируют, которые строят, развивают свой бизнес. Спасибо правительству Московской области, оказало нам огромную поддержку. И, в принципе, как и все последующие годы, оказывало большую поддержку и в лице главы городского округа Пушкинский, и в лице правительства Московской области. Реализовали мы эти площади, этот проект немногим более чем за 2 года. И на самом деле это срок очень такой сжатый. В планах инвестора строительство третьей очереди складских корпусов общей площадью порядка 70 тысяч квадратных метров. А это значит, что Пушкинский получит новые рабочие места и дополнительные налоговые поступления в бюджет. Те самые, благодаря которым реализуются многие муниципальные программы. Людмила Ермакова, Александр Корнеев, Анна Белова, Мария Головачева. Новости Большого округа.